Привет, меня зовут Татьяна Василенко, и сейчас я покажу вам элемент весна под коленки. Сначала делаем подъем любым удобным для вас способом. Элемент выполняется на соединенных полотнах. Делаем двойной виток круг одной ноги. Выступаем сверху. Далее полотно разделяется. Проходим между полотнами и опускаемся в складку. Полотна должны опуститься ниже косточек. Далее беремся двумя руками за ту сторону полотна, которая противоположна замотанной ноге. В данном случае у меня замотана правая нога, и я обеими руками берусь за левую сторону. Переворачиваюсь и сгибаю обе ноги. Теперь свободную ногу я могу вытащить. В данном положении можно отпустить обе руки. Для того, чтобы вернуться обратно, выполняю все действия в обратной последовательности. Берусь за полотно, возвращаю обратную ногу, поднимаюсь, выпрямляюсь, разматываю ногу. Все.